стоит два 312-х Апокалипсис ДБ-312. Здесь установлен мощный генератор, здесь установлено мощное питание. 7800 усилитель работает на 2 сабвуфера. В системе 3 аккумулятора. Качественная проводка. Панель перетянута, сиденья, обшивки. Давай, Володь, наваливай. Чуть-чуть не хватает, то есть там где-то 149 дБ, 150 мы не накопали. Объем багажника очень маленький, и фальшпол поднялся где-то на сантиметров 12-13. Так. Вов, а щелкни багажник, пожалуйста. Багажник щелкни. Багажник щелкни, ход сабов, покажи. Херовенько, уже крышка открывается. Вот такие вот малыши здесь стоят. 200-я труба. Чистый объем ящика получился 146 литров. Фронт в этой машине. 4 Сильвестра в одной двери. И 2 Твиттера. Это какие, напомни, ты их перекрашивал там? Да, это 23 Нео мачете. И капот еще открой, пожалуйста, Вов. Сейчас все с ней выводим. Это видео будет у меня на основном канале Автостиль Арзамас, а это я вам так для затравочки. Вова посмотрел все видеокурсы с канала Мускинг, сделал минус кузова, причем не один. Смотрите, все по фэншую. Дистрибьютор, сколько ты с ним трахал, с этим осьминогом? Очень долго. Дня два. Доработанное место под аккумулятор. Все в термоусадочке, все абсолютно. Здесь стоит генератор на 320 ампер AZ-13 SPL Power. Вот здесь он расположился. Ввиду того, что места вообще нихера нету, Вова красавчик, но он все сделал. И заметьте, он все это сделал своими руками. То есть эта рубрика будет «Автозвук своими руками». Даже вот здесь вот термоусадка. Это уголки, которые крепят короб сабвуфера кузова автомобиля. Друзья, ну вот в двух словах бегло я вам рассказал про этот автомобиль. Вольтметр, все очень четко и очень дотошно он подошел к этому делу, прям, ну, вышаг, я скажу. То есть не все студии автозвука делают такой инстал, и все подробности вы увидите у нас на основном канале Автостиль Арзамас. Двигайтесь с музыкой.